Ну что, друзья, мы все в ожидании четвертой игры, продолжения четвертой игры финала турнира Lord of the Spot между Мордаунтом и Оксидженом. Оксиджен хостит. И сейчас будет первый день второй недели игровой. Я думаю, сегодня мы сессию этой сессии мы игру завершим, потому что 2-1 в нынешней мете уже срок близкий к финальному противостоянию. Хотя всякое бывает, и всякое может быть. Вот. Ждем. Оба игрока сейчас территориально находятся в США. У них сейчас 5 часов утра. Так что плохо проснувшиеся, но надеюсь, что покажут свой привычный класс. На самом деле, вчера была просто потрясающая сессия. Вот. Вчера был роскошный камбэк от ордера Мордаунта. Мы говорили в первую сессию после игры с ним о том, что ордер очень медленно стартует, но потом очень быстро набирает. Но вот во вчерашней игре, пятый игровой день Влада Мордаунта за ордер, это, ну, я уже там который раз об этом говорю, это одно из лучших, то, что я вообще видел на ПС за последнее время. Начал он пятый день без бот даже. Стоял около телепорта на боты. А закончил его пробитием рынка. И выкупом, по-моему, даже успел выкупить. Ну, это было просто, я не знаю. Феноменально. Феноменально. От слова фен. Вот. Просто заносите, пересматривайте. Дима показал тоже крайне впечатляющую игру со сплитом армий. Сейчас у него прям активнейшим образом растет убийца, который получит один известный артефакт, который сейчас будет отбиваться. Ну и если говорить о что мы сейчас увидим, то я думаю, оба игрока на 2-1 будут пробивать ГО. Единственное, что Диме до ГО чуть дольше бежать. Хотя мы слышали, что Влад думает потерять немножко мувов, но разбить бегуна. То есть это тоже у него отнимет мувы, чтобы выучить четвертую магию. Хотя вопрос в том, может быть, стоит его разбивать уже в центре и учить пятую магию. Ну, Владу виднее. Возможно, он, выучив четвертую магию, это самое, будет дальше его качать в комбат, не пытаясь выкачать пятую. С другой стороны, есть шрайны четвертого левела в центре. Ну, в общем, тут все на усмотрение игроков. Возможно, Влад там тоже после сессии подумал уже и примет какое-то другое решение. Ну, в общем, очень интересная сессия, и надеемся, что сегодня она закончится финальной битвой. Посмотрим, как
мега темп. Некро сыграет против мега силы, что ли, этого самого ордера, потому что сейчас у Влада, по-моему, около больше 60 Т3. Больше 60. С нами кот. С нами кот. И ждем, когда подрубит Окс. Окс уже в эр-админе, значит, игра вот-вот начнется. Очень сильную игру показывают оба. Оба достойны победы. Вот. И, честно говоря, немножко подтапливаю за Влада Мордаунта. Потому что хочется увидеть и пятую игру этой серии. Привет, Михаил. У меня, видишь, сегодня не получилось. Вот. Тупо залился. Как-то бездуховно. Давайте посмотрим действительно на игру сильных игроков. Да, жаль, действительно. Ну, ничего. Ничего. На ютубчике все видео хранятся. Можно всегда пересмотреть, когда будет время и желание. Спасибо за пожелание. Всем хорошего дня. Всем удачки. У кого выходной, хорошего отдыха. Кто на работе, не напряжной работы. С минуты на минуту ждем подрубу. У Окса будет пробивка. Не знаю, будет ли он бить волшебных и за нагрудник и рядом с ними огненные элементали, если я не ошибаюсь, с крестиком. Вот, вот она подрубочка пошла. Пошла подрубочка. Ну что, good luck, ребята, good luck. ГЛХФ, как говорится. Сейчас давайте, надеюсь, Дима посмотрит бабку. Посмотрим, что у нас по силе армии. И по голде.
Надеюсь, что не будет ошибок с просонья у обоих. Дима вроде бы хочет скипать даже третий город, точнее тот, который второй. А, и сейчас его имп увидит, что вычищен шрайн. Вот еще, для него это будет новая информация. Ход пришел. Поехали. Да, увидел, что вычищен угол шрайна. Здесь у нас блэки, я вижу, стоят в горе. Блэки в горе. Особенно меня впечатляет вот работа второго фронта, как его называют, это не мейновская армия, которая чистит разные там ресурсницы и так далее. Великолепно оба владеют этим элементом игры. Просто роскошно. Да, скипает город. И, что характерно, скипает выкуп Т3 в родном городе. Ну что? Ждем, 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 как это будет выглядеть. Выглядит так, что выходить он будет где-то на конец. Или хочет только крестик забрать, или... Неприятная охранка, на самом деле, 13 волшебных, контроля, в принципе, конечно, есть джины, но ненадолго, потому что они получают отражение, да и волшебные прячутся за фениксами. Хорошая мораль, плюс 8 на героях, впечатляет, будет с крестиком плюс 9. Еще хочет подтащить им и эндурансы. Уже с расчетом на центр, я так понимаю. Нет, всего два эндурика. А три. Ну, поехали. Значит, крестик все-таки.
довольно опасно вставать сюда вампирами. Трое уже под слоу усталостью. Нормально терпит. Под моралькой нормуль так режет. Ну, собственно, да. И на этом, наверное, все. Ничего не остается с той стороны. Сейчас 17 дорежем и go next, что называется. Но не в смысле играем следующую, а идем дальше. Идем дальше. Бить в ВД или не бить? По-моему, как-то стремновато, да? Думает все-таки получить мастера магии, наверное. Выучить какой-нибудь террорчик. Может быть, в центре. Ну и вот на героях плюс 9. Моралька. Очень-очень круто. Сколько их? Просмотрел, сколько их. Ну, выглядит, что да, на в самом конце хода он только доберется до ГО. Посмотрим, как у Влада будет. Влад должен быть пораньше чуть-чуть. Но Дима хост. И вот эти полдня, они как раз компенсируются. Там главный вопрос, успевает ли он... Не даст ли он Владу обогнать себя на день в получении центрального спота. Это очень важная инфа. Важная, грубо говоря, составляющая. Потому что центральный спот... Мало того, он же еще и со свитками, с хорошими, нужными. Так что... Не хотят морозиться эти отмороженные мумии. Под неудачкой стек сжирает. И я повторяю, тут важная история, что Дима не стал выкупать Т3 с рынка. Там были и веномы, и эти как их... вампиры. Но вампиров был several, то есть 5-9.
Он, наверное, посчитал, что за свою цену они того не стоят, за 12 тысяч. Вот. Мог собраться и стек виномов. Были пара джойнов и плюс рынок. Но тоже Дима посчитал, что это неинтересно. С кем там быки, вопрос у меня, не помню я, честно говоря. Чекал он только в самом начале игры, а дальше помню уже об этом. Чистые. Ну, чистые, я думаю, что размансятся достаточно легко. Будут подставляться единички джинов, единички вампов. Будут, наверное. А, можно импов и иллюзии с импов. Ну, в общем, разгонят. И дьявол под блессом, конечно, их развалит. Выглядит грозно, на самом деле, ребята. Выглядит грозно. Да, единички импов помобильнее будут. Не стал снимать ответку, что характерно. Главное сейчас не пустить быков к героям. Вот. Ответки-то будет кем снять, я думаю. И вот началось отманивание. Может быть, единичка айсов будет снята. Но нет. Я прошу прощения. Меня спрашивают, насколько мне скучно на локдауне. Я должен ответить человеку. Ответил. Отлично. Минус стек. Морали не будет. Ну вот правильно, трешка будет снимать вампов, а двушка себя. И должно быть нормуль. Минус. Блочит очень. То есть это вообще
сильная составляющая игры, вот эти проблоки во время боевки. Я думаю, что все будет здесь нормально. Уводим игру в сторону от героев подальше. Там как-нибудь разберемся. Ответка снята, минус один. Вампы добьют. Остальные продолжают блочить. Грамотная, осторожная боевка. Тут, наверное, вейт. Да и блессик, кстати, не мешал бы, если еще не висит на девилах. Не знаю, висит или нет. Прежде всего не дает ударить по своим атакующим стекам. Делает это, как всегда, уверенно. Вампы мне не нравятся в этом плане, что ими надо. Они не снимают ответку. Не боится. Ну, понимает, что, скорее всего, будут бить в более слабый стек, а не в... А вот как. Вообще, вот как сделали. Блэс не висит на дьяволах. Кажется, напрасно, но не так это и важно. Этого блочим, того добиваем. Ну и сейчас через вейт эта четверка тоже разносится. Очень грамотная боевка. Вообще по методу безопасности. Просто вампирами. Прекрасно. Прекрасный бой. Впрочем, как всегда. Ну что, эти единички, конечно, отличные. Дают возможность не подводить других единичек, что называется, да. Ну и сейчас у нас 9-10. Не очень приятный бой. Хотя, четыре стека костей, три стека веномов, все это не очень приятно на самом деле. Так, увидел я, что на палатке у нас катапульты. Катапульты, не знаю только с кем. А так-то, если чистые, то бой простой, учитывая, что у нас есть ангелы. Что? Там еще кольцо варлорда у нас лежит. У собак передано во временное пользование.
Ну, я перестаю понимать логику происходящего, конечно, но ладно. То есть все-таки джойним мы. Ну, хорошо, джойним. На самом деле тут масс проклятия хорошо выглядит. Да, откуда-то. Анимейт есть. Без анимейта было бы сложнее намного. Не прокает. Ну, слушайте, ну такое. Сейчас надо как-то их валить. Вампы, наверное, полетят. Хотя там мало совсем этих веномов. И, в принципе-то, пускай, как их, бьют они по... Немножко не хватает для того, чтобы добить. Да, все-таки идет Блэс на дьяволов. И полетели. Мне кажется, надо этих все-таки разбирать. Не так страшны эти веномы. Они там будут шотаться буквально. Ага. Пора прятать. Пора прятать нашего друга. И опять по методу безопасности все, да. Прячемся. Костей тоже спрячем, наверное. Ну, прям вот не прокает. Посмотрите на него. Это иллюзия. Ей можно бить, а... Да, главного дракона надо засейвить. Ну, как бы. Все нормик. Простая боевка, но эффективная. А вот теперь бабушек уже некуда. Хочет отбить все-таки колечко. Но мне кажется, что-то это очень сильно по мувам неинтересно. А, все-таки да. Не знаю, это было
Мисклик это был, когда он напал единичкой с кольцом на этих самых серберов. Скорее всего, да. Не нужны нам сервера. Ну что, и сейчас ГО. ГО, я напомню, первое ГО с выхода с респа с виду представляет собой просто одного случайного героя. Но при нападении к нему присоединится достаточно внушительная армия одной из рас. Бывают у нас очень неприятные, у нас традиционно природные охраны. Вот. Но тут очень многое зависит от героя. И у Димы, если я не ошибаюсь, это рейнджер. То есть герой, у которого нет навыка тактика. Там действительно случайный герой, может быть кто угодно. И вот когда там появляется какой-нибудь генерал с серьезной тактикой, это бывает крайне неприятно. Причем проверить это обычно не получается. Достаточно хитро стоят ворота, и чекнуть единичкой бывает сложновато. Но, по крайней мере, никто этого не делает. Хотя вот с ГО на сторону оппонента обязательно единичкой чекаем. Ну что же, волнительно. Волнительно. Посмотрим, что у нас будет. А, отсадили кости, потому что... Рейнджер, да. Вот ха-ха. И ох, 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 ох. Не очень приятная охрана для смерти, просто потому что... Старость не прокнет, террор практически некого террорить. Некого, ну, старить можно, там айсы не так страшны здесь, как на рынке, на маркете, который существ. Да и 9 веномов неприятные, да? Просто усталости. А там рейнджер-то наваливает нормально, да? Стрелок. А, вот этот. Так, ну это пока это потеря имма. Кстати, обратите внимание, что дьявол под усталостью и старостью не долетает до героев. То есть он не телепортится, а ему не хватает передвижение по карте, чтобы долететь до даже первого ряда героев под усталостью и старостью. Отлично. И вот что дальше. Что дальше? Не Мягко говоря, не самая приятная охрана, я, как я говорил, для смерти. Сейчас, может быть, террор в этих пролезет. Нет, не пролезает, прикрыты они. Можно поднять убитых дьяволов. Да, так и делает. Так и делает Дима. Стараемся спрятаться.
Да, для тех, кто не знал, как это действует, Animate и DevCall поднимают разные отряды. Пока все хорошо. Веномов держим. Также держим. Маны почти не осталось у нашего убийцы. Ну, слава богу, рукопашник из нас никакой. По-моему, он, если бы стрелял бы, то было бы поинтересней. А вот не очень хорошо сейчас. Надо кусать вампиров. Ну, вроде разбирают стейки. Да. Опять иллюзия с кого? Наверное, с этих. Пострелять надо немножко ниндзя, наверное. Нет, не хочет. Не хочет. Хороший бой, вопрос только что с маной. А почему мы их не убиваем? Ай сами. Там мало что ли совсем? Ну вот, очень наваливает он, да? Чувствуете? Да мне кажется, надо ответку снимать, чтобы дьявола-то навалили. Отжираемся. Убиваем, наверное. Два. Пытаемся их тут как-то добить. Ну, добиваем, конечно. А, нет. Герой Рейнджер не так страшен, как... А, не сняли. Консол же был. Что это? Ошибка или... Пожалели маны. Я не исключаю, что мы могли и ману пожалеть.
для этого другана. Ну, хорошо разбирает ГО. Правда, манки маловато. Приличное количество экспы. И вот у нас один уровень до мастера. Один грант, получаем грандмастер. И, собственно говоря, гамедиплы. Угу. Удачку надо на кого-то из другого героев повесить. Да, так и делаем. Ну и что дальше? Поехали. Еще не выпито. Эндурик не выпит. Насколько я помню. Ну и надо разбегаться в центре. Как-то. Вот это охрана ГО на сторону оппонента. Там три героя. Всегда есть генерал. И, по-моему, два случайных или один случайный из трех, не помню. Но генерал есть всегда. Есть террор, который может скоро будет выучить наш ниндзя. Ну, мне тоже кажется, что по диагонали не надо заходить. Есть ходы. Ага. Кони. Кони хочут пить. Кони на... Пятерка небольшая, но и не маленькая. Бывает и поменьше. Я, например, однажды на эксперте видел... Вампирник без вампиров. Очень, я могу сказать, странное зрелище. Кстати, террор. Террор на всякие... Неприятные существа, типа тех же дарков, можно вешать. Теперь, если я не ошибаюсь, на террор это тоже распространяется. Ну и вот первая разбежка в центре. Куча импов. А, это мы еще без джинов немножко побегаем, я так понимаю, да? На одних дьяволах. А, нет. А смысл? Так, надо срочно освобождать место для отрядов. Кости мы спрячем. И бежим чекать артефакты. Артефакты, как я красиво сказал. Вот кости еще. Что, не живая армия получается? На PS такое случается частенько. Не могу сказать, что часто, но бывает. Бывает. На PS мы играем не через то, что нам нравится, а через то, что нам раздало. А раздает очень по-разному.
пытаемся засветить что-нибудь. Опять быки, да что ж такое-то? Быков можно было наджойнить, как собак нерезанных. Бегемотов по-нашему. Ну что, засветим первый мажорик. И это говномажор. Прячемся, что из сил. А айсов интересно не отбить. Так-то не очень, конечно, мы сильны, но 34 тысячи. Сейчас это ли сейчас важно? Побольше, побольше импов мы отправляем в разведку. Сейчас понизу пойдем, наверное. Да. Посмотреть, кто на охране пуза у нас, кстати. Да, тут главное никого случайно не купить. Такое случается иногда. Кольцо Регена. А, это просто продается. Продается. Пузо за 20. Пузо 25. Никто его не охраняет. Ну, как мне кажется, ГО надо чекнуть, то, о чем я говорил, да, изначально. Рейз вампир саркофайс. Это, возможно, история для ниндзи. Что? Чекать ГО мы не планируем, как я понял. Кости, кости. Джойн костей. Надо посмотреть, какой уровень у тактика. Скорее всего, будет все-таки две кости. И если успеем, заберем второй. Еще два заберем из дверинга костей, которые мы чекнули. Он с левого края нашего респа, вот этого второго, около такой же главной охраны на респ противника. Ну что? Четырнадцать-двадцать два, на самом деле, приличная охранка. Не стал пытаться брать тигрятню вторым фронтом. Переходим на мардаунта. А мардаунт, вы видите, намного ближе к своему ГО, но не на день. Не на день.
не тратят на своем ходу игроки времени на подсвечивание бабки, а нет. Показывает значительный опять перевес Влада до сих пор. У Влада драконовые големы тут стоят. Да, тут, по-моему, какой-то странный проход. Я тоже здесь всегда плутаю. За зеленый цвет, да? Ну что? 63 мува. Ага, будем разбивать все-таки бегуна, то, о чем мы говорили. Ну, что-то жалко ходов, нет? Тут на 4 вампирового империатника. И подрастреляем просто, да. И морталки нету. Доучиваемся до эксперта. Еще и кристаллик изумрудик заберем этим героем. Уже второй, да, получается, изумруд он съедает. И мы еще посмотрим, у кого скорость-то будет выше. У убийцы, который, по-моему, не съел ни одного кристалла. Или у этого сира. Сир. Класс называется. Сир. Ой, как он таскает, а? Как он таскает? Ну да, получается, что главный герой, маг, получается, как ни странно, вот этот мастер ордера. Как мне кажется, ДГМ он не доучится. Хотя, мало ли там что... Ну, посмотрим. Но мне кажется, что не должен доучиться. Он только-только получил мастера. Ему еще надо... Получается 4-3-3, 5 навыков получить, да? 5 навыков даже в центре за 2 дня получить сложно. И
после этого его нужно будет разбить. И опять разбить в замке. Ну, в общем, такое. Не самая тривиальная история. На самом-то деле. Ну и, кстати, в игре Окси не часто видишь скип родного замка на PS. Очень нечасто. Иногда скипается замок оппонента. А вот свой собственный замок с джойнами около него скипается довольно редко. Так, что мы выучили? Ого! А, ну правильно. Сейчас мы... Так. Достаточно рискованный бой. Надо убить армию и при этом залить героя. Телепорт Берс, да? Телепорт сильно выглядит. Довольно мало дамажит. Что ты такой дерзкий? Куда ты лезешь? А теперь сейчас надо, чтобы его убили. На самом деле это немаловажная история. Хитрый полурослик, а спрятался как. Не достать до него. Но справиться с горем пополам, ребята. Можно уже вполне мочить. Что из сил, справились. Молодцы. Да, Дима славится этими разбивочками чемпионскими на тонкого. То есть почти не потерял мувов. Еще и ресурсы какие-то отбил заодно. Мортир. Да. Это то, о чем говорил Влад, что адванс лайфа хочет получить, чтобы поюзать мортир. Цепочки выстроены. И на конюшенном намаде мы сейчас соединимся с армией. А здесь стоит третий этаж, кстати. Здесь стоит.
Экзорцизм. Интересно. Индурик. Она матчем нас не устроил. Ну ладно. Намат тоже был хорошо. Книжка первого уровня есть. Не забудет ли вызвать корабль? Тоже аналогично, вот копье кентавра, это 2000 экспы у нас. Выпили морталку, которая была на убитом герое, который разбивался. Семь титанов. С прямой стрелой, прошу отметить. Ну, понятно, что сейчас уже все легко разбирается. Семь титанов впечатляет. Так, и кто у нас будет ли чекать героя? Не забыл про лодочку. Не обузит, хотя мог бы. Выровнялись мувы. Главное, сапоги не забыть передать. Сапоги не забудь. Ой. Влад, сапоги. Сапоги. Не о том думает. Не о том. Думает, как бить охранку. Может быть, сейчас посмотрит?
не видит, к сожалению. Ну, это недосып. Вот честное слово, хочется подсказать прям. Ошибка такая. Просто от невнимательности. И вот та самая неприятная охранка. Ох, эксперт ордера. Мантис или кого? Есть берсерк всяческий, да? Значит, сейчас у нас 2-1 у Джойна Влада. На 2-1 Oxygen пробился сквозь ГО в центр. И сейчас этим занимается Влад на свой 2-1. То есть идут ровно абсолютно. И масло хочется повесить, и... Опа, а мы так под берсерк-то не подставимся сами? Ну такое. Очень неприятная охрана. Ну, все забайтились на иллюзию дьяволов. Это радует. Сейчас можно, я думаю, и масло дать, и дальше продолжать подиллюзивать дьяволов, раз их так все. Кого мы хотим создать? Мы больше всего боимся фениксов, получается, да?
Неплохо. Диспл. Отлично. Подзаморозили. Но прикрылись в Адентле. Вот это было неприятно сейчас. Ох, какой бой. Непростой бой. Да, ешь, тут прям у нас... Ух, жара какая, да, видишь? Маловастым объем-то. Очень в себя верит, если так сделает. Не очень в себя верит. Неплохо. Начали разбираться с иллюзиями, да? Блин, да. Неплохо выглядит. Ни в кого. Ну, можно в коней, да, они же все равно. Немножечко, совсем надо добить, совсем чуть-чуть. Добили. Теперь можно добивать двух этих самых. Ну все, разобрали. Одна только там может быть еще. Когда воскресятся фениксы. Но это без разницы уже. Куснули они одну воздушку. Не страшно. Отлично. Отлично проведенный бой. Впрочем, как обычно, увидит ли он самая главная проблема его сейчас? Увидит ли он перчатки? То, что он их забыл передать обратно. Ну-ка, в чатике ему пишут или нет? Нет.
Кто ж тебе напишет, Влад? Ай-яй-яй, кто ж тебе напишет? Он для Мува переодел перчатки с ботинки с бегуна на тактика и так на них и остался на тактике. Он теперь теряет 50% бонус. К передвижению. Это может очень сильно против него сыграть. Так. Сейчас, секунду. Мне кажется, звук дублируется, нет? Нет, вроде. То есть звук дублируется, а откуда, не могу понять. Так, следите пока, вы-то видите, что происходит, а я пока... Вот. Нашел. Ну что, выбрались мы в центр. На самом деле немного единичек подготовил. Ну, увидит или увидел. Так, так, так. Это чё мы такое собрались бить-то? Фу. На соплях.
Молодец, кстати. Ну, слава богу, с перчатками наконец-то все решилось, само собой. Вампы. Абсолютно ровно идут оппоненты. Абсолютно ровно. По времени. У Димы небольшой оксиджен и небольшое преимущество за счет того, что он хост. Небольшое. Возможно, он чуть раньше выжрет перчатки. Влад чуть раньше вышел. Будет разворачивать, я так понимаю, да? Да, будет разворачивать. Больше джинов. Вкусных и разных. Но в любом случае, как мне кажется, до этого он никак не успевает. Ну, вообще, то есть никак. До палатки. Вскрыть палатку. Хотя мувов вроде бы еще достаточно. В том, что если они идут абсолютно одинаково, вот эту центральную зону, которая сейчас вот между четырех башен, хост успевает выжрать первым. То есть... Центральный бонус дается обоим сторонам, но вот именно всякие вот эти свитки и так далее хост заберет в одно рыло. Сорок восемь, да. Ну да, я это имел в виду под хостом, конечно, преимущество первого хода. А так-то в четверке кто хост, кто это самое, не имеет большого значения. Да, преимущество первого хода. Именно, все правильно сказал. Добавил в комбат. Денег достаточно, сейчас мы еще поджоним немножко... Джинчиков, джинчиков. Шестьдесят джинов. Это просто забей. Немножко не хватает. Чтобы со стрелы их вынести. Но и так хорошо получилось. Нагу могут покорежить.
прикрывается, песня мира, ну ладно, это уж все, без разницы. Сумасшедшую, конечно, армию собрал Влад. Ну вот вопрос, будет ли он пытаться доучиться до пятого этажа или нет. Судя по всему, что он хочет гранды разведки, то нет. Даже пытаться не будет. Намного интереснее посмотреть оппонента, побольше вскрыть карту. Как же он палит, а, карту? Самые тормозные наги получаются, да? Не страшно ли здесь сплититься, интересно? Ну, судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Не намного дальше улетает. Не хочет сплититься на всякий случай. Потому что, ну, сплит это всегда опасно. Разделяться армией. У него немножко осталось мувов еще у героев. Он мог бы, в принципе, отделить героев. Но всегда есть вероятность, что на героев без армии вдруг нападут. И такие случаи у нас бывали. Кстати, в этой же, по-моему, серии, если не ошибаюсь. Или нет, в серии Мордаунд Фалькаут, когда Фалькаут разделил армию, а Мордаунд успел до него дотянуться. И просто напал на армию без героев и просто ее уничтожил. Ну, сплит это даже не геройщик. А, опять таймер в нуле. Ну, я не знаю, вот психологическое состояние Димы, который видит такую бабку. Да, у него доход в полтора раза выше, несмотря на то, что городов меньше, но не страшновато ли? Сплит вроде бы достаточно такое распространенное, нет? Не слышал раньше никогда. Ну, начнем с простой боевочки. Относительно простой. Ну, значит, это самое.
По-моему, сплит это с английского разделять. Разделить, разделять. Вот такая вот легкая боевочка. Так. Так. Один, второй. Подставляемся под этих. Ну, если мы вылезем, конечно, то просто без армии, с двумя веномами или с одним. Ну да, нормально все. Терпят пока зомбаки. Да и герой пока терпит. А дальше должны доразобрать. Просто тупо. Даже одну бабушку сгрызть не могут. Нормулик. Два венома. Сила. Ну что, надо продолжать разведку. Еще плюс скорость. Почему говорю плюс скорость? Это медалька в магазине Power Spot, вот который вот за этими Гаргантюа, который прямо под нами сейчас, дает в обмен на эту медальку герою плюс 2 скорости. Дефкол. Неплохо. По-моему, это блэки. Мы их замечали еще, когда смотрели сторону Влада. Так, заметит ли он или нет? А он и не торопится замечать. На одних дьяволах пойдет, я так понимаю, бить этих самых дарков, чтобы не тратить мувы максимально. Количество джинов не принципиально в армии. Они не являются ударным стеком, а вот у Влада являются. Ну, честно говоря, я пока особых аутов у Димы не вижу, честно говоря. Просто потому, что у Влада скорость и мораль у него же. Вот. Или подождите, у кого кружка-то у нас была?
ready to surrender my heart to you. Only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you. Ну, как вы поняли, американский интернет Oxygen не выдержал нагрузки. О, он вообще выпал из сети. Совсем. Ну что, не знаю, будет ли продолжение в связи с этим, потому что... Да. Упал интернет у Димы. Нет даже мобильного интернета, как я вижу. Ну, что сказать. Ждем какое-то время. Да, выпал он из AirAdmin'а, из... этого самого... из Дискорда, к сожалению. Ну что, всякое бывает. Вот, вернулся интернет. Так. Ну что, разбирается Дима с интернетом, пока на мобильном интернете. Попросил 3 минутки решить, ну вы видите, наверное, что произошло, что я пишу к нему.
Ну, вот так, наверное, видно же, да? Бокс пишет, упал Инет. Я пишу, понятно, я на мобильном, посмотрим, потянет ли АФК 3 минуты, попробую позвонить хозяину. Ну, стрим подрубился, так что, в принципе, достаточно интернета, я так понимаю, для игры. Вот. Посмотрим. Пробивка была там достаточно несложная. Так что повода обвинять Окси в шнуродерстве у нас никакого нету. Мы вообще никогда никого ни в чем не обвиняем. Но это я шучу, ребят, вы понимаете. И Окс, и Влад очень, ну, такие игроки, обвинить которых в нечестной игре, это я не знаю, надо там кем быть. Вот. Я шнуродерил по юности. Ну как по юности? Я уже был относительно не молод. Вот. Но бывало у меня такие вещи, что я шнуродерил. Стыдно признаваться в этом, но вот последние лет, там, я не знаю, 10, наверное. Как-то не приходит в голову. Ну что? Кого будем вкачивать экспу? Ну, это тоже значит, надо включать в словарь юного геройщика. Ну, это когда ты проигрываешь какую-то битву, выходишь из героев и говоришь, что у тебя интернет пропал. Например. А, нет, кстати, мораль-то как раз у Оксиджена, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, такое. Мне кажется, что все-таки Влад сейчас ощутимо сильнее. Просто по войскам, по всему. Сыграет ли Книга Смерти какую-то роль? Ну, какую-то сыграет, наверное.
Вот, как бы выдернул шнур интернета, интернет пропал, грузишь сейв перед битвой, в который ты залился. Да, плюс 9 на героях. Плюс 9 на героях мораль. Ну, будут ли 5 девилов шотать? Думаю, что нет. Вероятно, будет покупать, судя по всему, будет покупать двух этих самых. Два стека Драгон Големов. Потому что меняется очень мощно. Хорошо дали. Кстати, очень хорошо дали. Кем там? Ух ты! Не очень приятная история, кстати. А, хотя есть вампирик тач, да? Да вообще все есть. Посмотрим, что это будет. Угу. Можно через песню мира сыграть, чтобы понадежнее было. Песня мира. Ну все. Сейчас главное никого не купить.
Так. На самом деле не очень корректно получается. Влад не увидел, а мог увидеть, какой бонус дали. Оксиджену. Наверное, это не очень правильно. Ну, надеюсь, не возникнет разночтений у ребят. Хотя, может быть, неприятно. Ну что, слушайте, ну у меня меняются обстоятельства, мне надо вас покидать. Террор должен проходить с шапкой на элементалей. Террор. Да, все нормально.
Опа. А зачем мы его разбиваем? Мы хотим переложить книжку. Другому герою? Ничего не понимаю делать. А чем будем делать-то? Контроля на него больше нету. А сейчас тактику убьют и... Ну такое. По тонкому льду ходит. Дима. А он убивает-то всего ничего. А, нет, нормально. Нормально. Слава тебе, Господи. Хватило дамага. 7-9. Я так понимаю, смысл в данном разбивке в том, что мы хотим ГМ магии выучить в городе, а книжку с мастером отдать.
Ладно, ребят, значит, оставляю вам пока, что происходит, потому что это скучно, таскание трупов. Ай. Так, ну что там Окси придумал опять? Опять за этими самыми, я понял. Угу, за алтарями. Все скучнее, чем хотелось бы. Сколько там остается времени до конца хода? Главное, чтобы он все успел вытащить. Успевает. Мувов остается мало, успеет поменяться в этом самом. Одиннадцать мувов, да? Хочет скорость влить в том нет. Отлично. Нет. И еще одно. Угу. И еще одну скорость хочет влить. Он продал книгу смерти. Твою-то мать. Но это мисклик.
Дима мискликнул и продал книгу смерти. За 13 секунд до конца. Ну, что, друзья? Что, друзья? Тут дело такое. Я на этом заканчиваю трансляшку. Давайте кратенько обсудим. Ну, мне кажется, это серьезный мисклик был. Как он повлияет, я не готов сказать. Он что-то там выучил у себя в этом самом, в замке. Ну, в общем, надо смотреть, какие у него остались заклинания. Это был очень обидный мисклик, но игра в героев из этого тоже состоит. Мне кажется, что очевидный был мисклик. В первый раз он ее не продал. Он стал продавать вторую медальку и бахнул. Очень обидная штука. Посмотрим, как это сыграет. Ребят, всем спасибо, кто смотрел. Завтра, наверное, будем продолжать, потому что ну, я надеюсь. Посмотрим. Посмотрим, как оно все будет. Потому что всегда есть в героях, всегда есть место чему-то особенному. Все, ребят, с вами был Шнуров. Всем пока. До завтра.